Друзья мои, всем привет! До Нового года у нас осталось совсем чуть-чуть, и врываемся в 2022 год. Поэтому всех с наступающим! В этом году еще будет видео. Почему название видео такое, об этом вы узнаете чуть позже. Поэтому смотрим до конца, не переключаемся. И сейчас я вам покажу такое небольшое видео. К нам пришел с Японии пароход. Изначально мы думали, у нас в городе Владивостоке думали, то, что это фейк, оказалось, это правда. Покажу вам, в каком состоянии. Я немного пухший чуть-чуть, от зубного вышел. Покажу вам, в каком состоянии пришли автомобили с Японии. Ну, пришли просто такие вот снеговички. Поэтому смотрим видео. Авторынок, утро. Людей мало. Машин много. На проверке данный автомобиль, это Mitsubishi Eclipse Cross. Так, он у нас 18-й год. Автомобиль 4WD. Стоимость 1 770 000. Мало автомобилей. Если честно, на проверке такие автомобили бывают редко. Установлена зимняя резина новая. Штатное литье, сонары, фары. Посмотрите, какие интересные фары. С подсветкой диодной. Комплект летних колес лежит в автомобиле. Это вот тот случай, когда с автомобилем идет два комплекта резины. Когда продавцы делают добряки, ставят зимнюю резину. Вообще автомобили приходят с Японии с одним комплектом колес. Потому что за колеса тоже платится пошлина. Достойный внешний вид у автомобиля. Но по мне, полноценным таким кроссовером, да, вот даже... Допустим, сравнить его с Форестером, ну, не то это. Но это лично мое мнение. Кстати, ребят, работаю. С 3 числа. Колеса доставать мы не будем. Здесь открывается, там небольшая ниша, но, поверьте, много туда не положить. Обшивка багажника, пластик. Автомобиль 4,5 балла. Аэрбэги здесь есть. Не получится трансформацию сидений показать. Дверная карта тоже идет пластик. Место, в принципе, довольно неплохо место для задних пассажиров. Плюс переднее сиденье по максималке отодвинуто сейчас назад. Здесь у нас розетка идет на 12 вольт. По Японии нам на 120. Своих японских. Кожаная вставка, тканевая вставка. Интересное решение дверной карты. Сиденья у нас идут не электро, обычные, механические. Аукционный лист 4,5 балла, пробег 51 тысяча. 1 770 000. Двойной бардачок, и вот здесь показалась перчатка, думал, какой-то бархат. Ну да, бархат там обивать будут. Плавник сзади установлен.
Как швейцарские часы. Распорка установлена. Пойдем посмотрим оснащение. Автомобиль проверяется по кузову на предмет битья, перекраса, шпаклевания, замены деталей. Все это сопровождается фото, видеоотчетом. Иногда просто видеоотчет делается. Лифт сидений, сиденье тоже механическое. Всевозможные функции. Бардачок довольно глубокий. Здесь вот, не знаю для чего это. Два подстаканника. Имеется аутохолд. Кнопка такая интересная. Полезная, наверное, когда стоим в пробках. Режимы езды, ручка переключения передач, климат-контроль. Вот, наверное, один из немногих автомобилей, да, где ну, все предельно ясно. Допустим, ну, опять же, ребят, я сужу все по себе всегда. То есть, ну, как обычно люди ездят. Рука либо здесь, либо здесь. Я вот как-то одной рукой рулю, там, либо здесь. Кстати, вот здесь руку я не рекомендую держать при езде. Не рекомендую, разбалтывается. Все четко, ясно, удобно, доступно. Также розетка есть на 12 вольт. Вот они режимы. Авто, сноу, снег, да, там гравел, гравийка. Авто, в общем, мы на авто. Также мультимедиа, руль идет кожаный. Круиз-контроль, датчик. Лепестки переключения, пробег 51 тысяча на автомобиле. Подсветочка идет. Места довольно много в автомобиле. Кнопка старт. Ну и здесь тоже все предельно ясно. И доступно. Потеплело сегодня на улице у нас. Всего лишь минус 5. Сканер смотрит все системы в автомобиле, абсолютно все. Напоминаю, потому что сканер я давно уже не показывал. Launch X431 Pro. А сейчас вернемся к теме, все же, где смотреть автомобили и как автомобиль покупать. Ребят, вы туда не смотрите, это запчасти для японских автомобилей. Ладно, шутка, короче, не обращайте на это внимания. Итак, еще раз повторяю. Друзья мои, все автомобили смотрим. Сайт drom.ru, Авито, Автору. Ну не лезьте вы туда, ну не актуальные там объявления, не актуальные. Я не говорю, что они все не актуальны. Но не может машина стоить, блин, в два раза дешевле, чем она стоит. Drom.ru. Что с телефона, что с компьютера, заходите, выставляйте галочки. Автомобили в наличии, автомобили с документами, автомобили в пути, автомобили под заказ. Не смотрим, развод чистой воды. Просто разводняк, разведут. Останетесь и без денег, и без автомобиля. Вот. Далее, значит, я говорил уже не раз, то, что мое мнение, где покупать автомобили, это непосредственно уже здесь, уже в России. Неважно, Владивосток, там, Иркутск, Новосибирск. Сейчас мы разговариваем с вами про беспробежные автомобили. Но не в Японии, не в Японии. Почему? Да потому что вы покупаете кота в мешке, в прямом смысле слова. Как бы там не говорили, что там проверяется, да, с автомобилем, но так проверить его, как проверить его можно здесь, да, там его вам не проверят. Последнее время реально идет большое несоответствие аукционных листов, то есть машина бальная, машина целая, она не битая, она не крашеная, вот, да по кузову она просто идеальная, а сюда приходят автомобили, но это просто жесть. Я сейчас покажу небольшое видео, сделаю вставочку. На примере данного автомобиля. То есть я выложу сейчас аукционный лист. Вот. Автомобиль такой, редкий.
редкий. Я не хочу... В общем, просто покажу аукционный лист, что за машина, я вам не скажу. И выложу видео данного автомобиля. Короче говоря, пришла машина, машина бальная, 4,5 балла. Не 4 балла, а 4,5 балла. По кузову она вся идеальная. То есть она целая, она не битая, она не крашеная. Ну и по факту, что мы получаем? Мы получили... Два крашеных элемента, это капот и какой-то из крыльев, из передних, я сейчас по памяти не вспомню. Вот, ну и самое такое, что огорчило, мы получили замену заднего крыла. Замену, ребят. То есть не просто покраска, а крыло заднее вырезали, врезали, вварили туда новую деталь. На аукционе это не указано. Да, и когда я смотрел автомобиль, то есть, ну... Опять же, возвращаемся с вами к продавцам, да, там многих называют, то есть барыги там обманывают. Вот продавец купил этот автомобиль, он его купил как бальный автомобиль. Он уверен на 100%, да, на 1000000%, то что он везет хороший, целый бальный автомобиль с пробег, с оценкой 4,5 балла. А по факту получается вот так вот. То есть продавец был действительно удивлен, да и я как бы был удивлен. Встречаются несоответствия по кузову, но не настолько, да, не дошло до замены заднего крыла. То есть крыло его вырезали и врезали туда новое крыло. Я к чему это все веду? Вы можете приобрести себе автомобиль в Японии и получить то же самое. Да, есть аукционы какие-то там строгие, есть менее строгие аукционы, но не увидеть замену крыла, это вообще как? Берем с вами те же самые гибриды. А как вы проверите гибрид в Японии? Вот поэтому я думаю, вот за сегодняшний день мне два звонка было, где покупать автомобиль, что посоветуешь, в Японии либо здесь? Вот поэтому я думаю, все вопросы отпали, да, где покупать автомобиль. В любом случае решаете, естественно, вы, где его брать, но мое мнение, мне автомобиль нужно покупать здесь. Вы можете найти человека, который вам проверит автомобиль досконально, да, и после этого уже приобрести. Всех с наступающим Новым годом, осталось совсем чуть-чуть. Я работу начинаю с 3 числа, 1, 2 и 31, точнее 31 декабря, 1, 2 января я не работаю, а с 3 числа буду работать в обычном режиме. Повышение цен не ожидается абсолютно никаких. То есть у меня осмотр автомобиля как стоил 2000 рублей, так он и будет стоить 2000 рублей. В отличие от продуктов питания, квартплат, да, автомобилей и всего-всего остального. Потому что, ну, уже так сложилось, что с каждым годом оно все растет. У меня цена не поднимается. Проверка машины стоит 2000 рублей. Вот. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем спасибо, кто подписался, за комментарий, за лайк. Ребят, ну, я думаю, тема убита, да? По крайней мере, убита она для тех, для кто за мной наблюдает уже давно. Новым подписчикам будем рассказывать, что такое покупка автомобиля с Японии. С Японии, ну, с аукциона. И сейчас вы видите у себя на экранах настоящий аукционный лист, который бьется по статистике. По всем статистикам бьется. По абсолютно любым. По платным там, где хотите. Вот. Видите, да? Автомобиль, он целый. Он, можно сказать, идеальный по кузову. И сейчас вы увидите небольшое видео. Я не стал показывать там крашеный капот, крашеное крыло, я показал самое основное. Открываем заднюю левую дверь, и я показываю вам два шва. Видео небольшое, буквально несколько секунд. Машина аукционная. Аукционная, 4 балла. Но. Оп. Оп. Шов. В этом месте крыло менялось.
и в этом месте. Вот вам, ребят, и аукционы.